Золото на всероссийских соревнованиях по гребле завоевала архангелогородка Маргарита Елфимова. Проходят они в Воронеже. На байдарках и каноэ соревнуются юноши и девушки 13-14 лет. Маргарита Елфимова первую победу одержала в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Второй раз на пьедестал почета девушка поднялась по итогам заплывов на дистанции 500 метров. Здесь у архангелогородки серебро. Маргарита – учащаяся детской юношеской спортивной школы Соколова в столице Поморья.